Рассмотрим настройку лимитов на примере объемов. Setup, limit, volume. Вводим значение. Далее функция max value only. Если мы ее активируем, то фильтроваться будут только максимальные значения каждого бара. Выбор стороны бара, то есть мы отдельно можем отфильтровать объемы растущих и падающих баров. Бары high-low и open-close. Затем указываем цвет шрифта кластеров, цвет фона кластеров и границ кластеров. Также можем указать время работы лимита. Draw size – это дополнительная прорисовка кластеров на сильно сжатом графике. Например, укажем 5. И выбор формы прорисовки – это квадрат, круг, либо треугольник. И нажимаем New. Видим, что лимит добавлен. Если мы хотим изменить лимит, то сперва вносим изменения, а затем нажимаем Edit – редактировать. Если мы хотим добавить новый лимит, то меняем значение, меняем цвет и нажимаем New. Видим, что второй лимит у нас также добавлен. Отметим, что добавление и изменения в лимитах сохраняется автоматически для каждого инструмента и таймфрейма. И для этого не нужно пересохранять layout. Также мы можем сохранить данный набор лимитов, нажав Save и введя имя. Например, у меня для разных тиков одного и того же инструмента сохранены свои настройки лимитов, набор лимитов вернее. И поподробнее расскажем о функции DrawSize. Если мы сожмем график, то наши лимиты все равно будут отображаться. Если мы эту функцию отключим, поставим 0, то на сильно сжатом графике их практически не будет видно. И далее настройки алертов. Активация звукового оповещения при срабатывании алерта. Далее repeat – это повтор звукового сигнала до тех пор, пока мы его не отключим вручную. Log – отображение алерта в списке alerts log. Это список, в котором отображаются все сработавшие алерты. Message – это окошко с уведомлением о срабатывании алерта. Focus – это функция, которая позволяет окну мигать при срабатывании алерта. Send – отправка оповещения на мобильное приложение о срабатывании алерта. И Sound – это возможность подгрузки своих звуковых файлов. И по такому же принципу работает настройка лимитов и для других типов графиков. Дельта, дельта процент, биг трейд, сел бай имбаланс и так далее.